Джордж Клуни пережил на Венецианском кинофестивале пару напряженных минут. Во-первых, актера, как обычно, спросили, когда он собирается жениться, как Юэн Макгрегор. «Так ты женат?» – спросил Джордж. «Да, точно женат», – подтвердил тот. Джордж уточнил у соседа справа, тот тоже оказался женатым. «Смешно, но за 20 лет работы меня ни разу об этом не спросили», – отшутился Клуни, которому постоянно задают этот вопрос. «В общем, буду продолжать отвечать в том же духе. Не знаю». Во-вторых, итальянский репортер гей Мауро Касчиари разделся перед Джорджем до трусов, на которых обнаружилась надпись «Джордж Клуни, выбери меня». Мауро хотел проверить, верны ли слухи о нетрадиционной ориентации голливудского сердцееда. Ну и если они правдивы, предложить ему себя в качестве зазнобы сердца. Но Клуни парню надежды не подарил.